Боевые действия на Украине негативно сказались на глобальном экономическом росте. По оценкам Международного валютного фонда, представленным во вторник, в этом году он будет на 0,8% меньше, чем ожидалось. Особенно сильно это затронет беднейшие страны и может свести на нет наметившееся после пандемии восстановление экономики. Мы пересмотрели прогноз глобального экономического роста, составленный в январе, в сторону понижения до 3,6%, как в текущем, так и в следующем году. Это прямое следствие войны на Украине и санкций в отношении России. При этом обе страны, по прогнозам, столкнутся с резким спадом. Жесткие санкции, введенные странами Запада против Москвы, привели к резкому подорожанию углеводородов. Согласно докладу МВФ, в этом году цена на нефть вырастет почти на 55% по сравнению с предыдущим годом, а на газ на 147%. В докладе также отмечается ожидаемый дефицит и рост цен продовольствия, от чего сильнее всего пострадают развивающиеся страны.